2021 году еженедельник «Здравствуйте, нефтеюганцы» выйдет 51 раз. Если вы хотите ознакомиться с интересующими материалами за предыдущие годы, то в этом поможет официальный сайт znpress.ru. А сейчас редакция объявила о подписке на Новый год. С 2021 года читатели газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы» могут получать не только бумажную версию газеты. Конечно, у нас давным-давно работает сайт, который систематизирует всю информацию, которая выходит в печатной версии. Но именно с 2021 года можно оформить подписку на электронную версию издания и получать на свою почту еженедельно экземпляр в формате PDF. Каждый, кто оформит подписку газеты на Новый год, получит специальный купон. Именно он дает право участвовать в розыгрыше призов от спонсоров. Уважаемые подписчики, розыгрыш будет проведен 28 декабря 2020 года на официальной странице «Здравствуйте, нефтеюганцы» в соцсетях. Будем всех рады видеть в прямом эфире. Цифровая перезагрузка. Со следующего года в газете будут выходить живые фотографии. Это технология дополненной реальности, которую будут использовать как в печатной, так и в электронной версии. По всем вопросам оформления подписки можно позвонить по телефону 22 46 01, написать на почту или лично прийти в редакцию по адресу 6 микрорайон, дом 55. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадио, компания «Юганск».